выходите на улицы города. Перекрываете дороги. Выходите на проезжую часть. Не даете возможности отдохнуть другим гражданам. Ваши действия неправомерны. Вы нарушаете требования закона о массовых мероприятиях в Республике Беларусь. Просим разойтись. Уважайте своих сограждан. Не шумите. Не препятствуйте движению транспорта. Не разрушайте и не допускайте порчу элементов благоустройства и инфраструктуры города. Люди вынуждены стоять в пробках или выбирать неудобный маршрут. Минчане трудятся и хотят жить в комфортных и безопасных условиях. Дайте жителям столицы, в том числе с маленькими детьми, погулять по улицам, а не бояться возможных угроз со стороны толпы. Огромное количество граждан республики и иностранных туристов хотело бы посетить знаковые места и посмотреть красоты города Минска. Но из-за шествий и митингов они не имеют такой возможности и вынуждены отказаться от своих намерений. Не будьте эгоистами. Уважайте права и мнения других граждан. Относитесь к людям по-человечески. Будьте благодарны своей стране, трудолюбивому белорусскому народу, за то, что имеете. Соблюдайте общественный порядок. Не создавайте предпосылок к столкновениям. Не разрушайте, а созидайте. Уважаемые граждане, убедительная просьба не поддаваться на провокации. Подумайте о людях, которые сейчас находятся у себя дома. Они заслужили право на спокойную жизнь. Проявите благоразумие. Воздержитесь от необдуманных поступков и нарушений законодательства. Берегите себя и своих близких. В случае неповиновения требованиям сотрудников милиции будем вынуждены применить меры в соответствии с законодательством. Поважаю.